Родной, неповторимый, чуть-чуть юбилейный выпуск. 124. Не так уж мало, но не так уж и много. Если учесть, то часть из вас не прошла этот двухлетний путь. Вы примечательны у нас еще и тем, что вы последний в истории лицея двухлетний поток. На вас эпоха 10-11 закончилась. Нам очень хочется, чтобы вы унесли из этих стен то, с чем вы сталкивались, теплоту, добро, чуткость, любовь, внимание и жажду узнавать что-нибудь новое. Мы с вами закончили нашу официальную часть. И начиная с этой минуты, у нас такие же со-друзья, со-товарищи, как и мы. С небольшой разницей в возрасте. Я еще раз желаю вам счастливого пути, долгой-долгой дороги. И не растерять ту общность, которая была у вас в этом доме. Я очень надеюсь, что мы будем часто с вами общаться, что мы услышим все ваши новые события, вещи. Что вы будете приходить сюда и с добром, и с болью. Вы наши. Мы вас любим. Счастливого пути.